Известный предприниматель, руководитель компании «Литур» Леван Турманидзе вновь сядет на скамью подсудимых. Апелляционная инстанция Омского областного суда отменила оправдательный приговор Куйбышевского районного суда Омска. Напомню, в ноябре Людмила Селезнева признала Турманидзе невиновным, тем самым сняла обвинение в сокрытии налогов. По версии следствия, в 2013 году владелец «Литура» нарушил закон и не пополнил казну государства на сумму 42 миллиона рублей. Основанием для оправдания Турманидзе послужили, по мнению суда, те обстоятельства, которые свидетельствовали об отсутствии умысла Турманидзе на сокрытие денежных средств. Ну и анализ приговора оправдательного показывал, что суд не считал сокрытием денежных средств перевод денежных средств с одного счета на другой счет одного предприятия, с перевода денежных средств с одного счета счет одного предприятия на счет другого предприятия. Итак, в прошлом году суд первой инстанции счел версию Следственного комитета несостоятельной. Турманидзе освободили от уголовного преследования, однако суд второй инстанции в январе 2015-го аннулировал этот вердикт. А это значит, что руководителя «Литура» вновь будут судить за недоимку по налогам. Напомню, ранее Турманидзе заявлял, что его бизнес пытаются поставить под пресс. Я думаю, не только мой, весь бизнес кошмарится на сегодняшний день. Посмотрите, что творится. Поймите все. Не только я. Под прессом.